Илья Ковальчук, Павел Датюк и Кирилл Капризов сегодня учились печь пряники. Было это, разумеется, в Тульской области. Угощение от хоккеистов отправится в русский дом Олимпийской деревни. Но вообще в регион спортсмены приехали по приглашению Алексея Дюмина, чтобы устроить мастер-класс для детей на арене «Тропик». Наша сборная сильна поддержкой всей России. И эта поддержка у каждого в сердце. И мы со своей стороны решили поддержать наших олимпийцев. Мы сделали специальный самовар большой, наши мастера. Сделали тульский пряник специально к этой акции, к Олимпиаде в большом количестве, который в скором времени вместе с ребятами отправится в Олимпийскую деревню. Но каждая Олимпиада – это особое событие, поэтому для каждого пацана, наверное, который сейчас тренируется, вот за нашими спинами мечта попасть в сборную России, сыграть на Олимпиаде, и для меня это не исключение, поэтому… Огромная ответственность. Все спрашивают, расспрашивают. И, конечно, очень большая поддержка сейчас у нас. И мы постараемся все это оправдать, конечно.